Я вот вам скажу, я видел выступление и близко видел Виктора Анпилова. Вот у него, понимаете, от предвкушения у него аж руки дрожат. Вот он выходит, ему надо, то есть когда он выступает перед толпой, у него идет энергетическая подпитка, то есть это вампир. Он, ну, образно говоря, кайф ловит от того, что он вот перед людьми выступает. Вы посмотрите по телевизору внимательно на этого вождя-шамана, так сказать, и это действительно так.